Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день старики и молодежь, знаменитые и неведомые, все были знакомыми, все были равными. Но в наши дни Татьянин день – это не только популярный женский сериал, но еще и самый любимый праздник всех, всего студенчества, преподавателей и тех, кто молод душой. С праздником вас, бывшие и настоящие студенты! А теперь мы предлагаем провести конкурс среди девушек мисс Топограф. Сегодня Татьянин день. Расскажу о себе. Я люблю петь, танцевать, неплохо рисую, играю на пианино. Мне очень нравится эта техника. Я неплохо учусь. Ну иди учись.